Мэр Кишинева пожаловался на НРФ в Генеральную прокуратуру. Он просит расследовать повышение тарифа на природный газ, введенное задним числом. По мнению Чебана, регулятор действовал по указке правительства. Мы требуем завести уголовное дело на тех, кто должен был проигнорировать эти указания. Я ожидаю, что будет сделано все, предусмотренное законодательством. Вице-мэр столицы Фадей Нагачевский заявил, что повышение тарифа задним числом не имеет юридической силы. По закону ретроактивное применение возможно только в случаях, когда это приносит пользу гражданам Молдовы. В сложившихся обстоятельствах ничто не позволяет применить его. В понедельник мэрия Кишинева подала в суд на правительство и комиссию по чрезвычайным ситуациям, а также направила в НАРЭ запрос с просьбой приостановить действие решения от 28 января о повышении тарифа на природный газ с 1 числа. В пресс-службе агентства отказались комментировать действия столичной администрации. А премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Ион Чебан пытается приобрести политический капитал на проблемах населения. Она добавила, что Кабмин действовал в юридических рамках введенного в стране чрезвычайного положения.